Всем громадный приветик! Такая прекрасная сегодня замечательная встреча. Как избавиться от ненужных мыслей? Вот в голове привязалась какая-нибудь мысль, и ты целый день с ней, с этой мыслью ходишь. Вот ты ее обдумываешь, вот ты ее постоянно что-то перерабатываешь, вот ты с ней что-то, с этой мыслью разговариваешь, она никак не выходит из головы. Так мало того, еще ложишься спать, и эта мысль с тобой вместе. И еще пока уснуть не можешь, потому что она тебя не отпускает. Ты постоянно думаешь, вот какая-то навязалась не идея, а мысль, а может быть даже и идея. Вот что-то есть в голове, о чем ты постоянно думаешь, и тебя не отпускает, ты не можешь уснуть. Вот как от такой мысли избавиться? Вот как переключиться? Расскажу вам как. У меня есть свой такой вот опыт или такой вот экспириенс, который у меня был. Как я избавлялась, а впоследствии и даже в голову себе не сажала какие-то мысли, чтобы еще с ними ходить целый день, еще и ложиться с ними спать. Расскажу вам, как я делала, как я избавилась и избавляюсь от мыслей абсолютно ненужных. Вот, например, вы легли спать, и вот эта мысль у вас держит. Вот какая-то мысль, вы о чем-то думаете. Вот вы думаете, что на работе вот случился какой-то конфликт, или с соседкой какой-то конфликт, или с детьми что-то не получилось, у детей между собой какое-то что-то не получается. То есть вот привязалась какая-то мысль, и она вам не дает покоя. Вы о ней думаете, уснуть не можете, потому что эта мысль вас не отпускает. Переключитесь на себя. На себя любимую, только переключиться на себя. И я вам расскажу, как. Как переключиться на себя. Начинайте вспоминать с первой минуты, как вы проснулись. Вот представьте, что вы легли, вот представьте, что вы спите, легли спать, и у вас эта мысль какая-то мешает. Вы начинаете представлять, как я сегодня утром встала. Так, я утром встала, села на кровать, одела тапочки, у меня стоял стакан воды возле кровати, я выпила 2 глотка воды или полный стакан воды. Потом я пошла в ванную комнату, я сделала все свои процедуры, какие я делаю. Ну и вы мысленно перечисляете себе все, что вы сделали. Потом я пошла на кухню, поставила чайник, потом я вернулась к своей кровати, я ее стала заправлять. Потом я разбудила своего сына, ему надо было идти в школу, я приготовила ему завтрак, или там я вместе с мужем встали. Я пошла, и вы себе полностью рассказываете от первой минуты своего сегодня до конца. Вот с такими подробностями, так вы начнете вспоминать. Вы думаете, что вы в конце дня вспомните, как вы встали утром. Вы даже, когда туда вернетесь, вы начнет мозг работать. Как я встала утром? Во сколько я встала утром? Я села на кровать. А где мои тапочки? Я села, одела тапочки. Нет, я пошла босиком, потому что тапочки я оставила в ванной, когда я ложилась. И вы полностью переключитесь на себя. Не думайте, что это пустяки. Это очень хороший работающий метод для того, чтобы избавиться от какой-то мысли, которая привязалась. Или какая-то ситуация, которая привязалась, и ты о ней думаешь. Переключитесь на себя. Каким образом? Вот таким. Прям с самого утра, как я проснулась, и по всем мелочам пройдитесь, по всем мелочам. Я вам сразу скажу. Не успеете дойти до завтрака, и вы уснете. Вы даже
не сможете до конца дойти, вот что вот я сейчас лежу, и поэтому я сейчас думаю. Никто до конца не сможет дойти. Потому что когда ты начинаешь на себя, ты переключаешься на себя, тебе надо вспомнить, что же ты утром, как ты утром. И твой мозг начинает переключаться на себя и работать, как утром было, потому что не каждый вспомнит, как он утром встал. И что он делал, и что он говорил, все именно по мелочам вспоминайте. Вот такую вот прям цепочку выстроите одно за одним событие, как вы утром встали, во сколько, посмотрели ли вы на часы и не посмотрели, взяли ли вы свой телефон и посмотрели на телефоне, кто-то вам звонил или кто-то вам писал или кому-то вам ответить, где лежал этот ваш телефон, вы взяли его или нет, то есть по мельчайшим подробностям. Поверьте мне, до завтрака, дай бог, что дойдете до завтрака. Во-первых, вы отвяжется та мысль. Во-вторых, так напряжитесь про себя, так напряжитесь про себя думать, как я это сделала, как я это сделала, куда я утром встала. Именно подробно. Не так, что я утром встала, покушала, пошла на работу, пришла домой. Ну, это, конечно, нет. А именно вот в этих подробностях. Что вы одели утром? Как вы открыли свой шкаф, достали вещь, а это она вам не понравилась, я эту кофточку положила, потом хотела взять другую кофточку, а посмотрела, она у меня не свежая, тогда я открыла другой шкаф, достала другую кофточку, то есть подробно прям вот такую цепочку начинаете выстраивать. Абсолютно отвяжетесь от той мысли, которая у вас была, которая вам покоя не давала. Начнете анализировать, повернувшись к себе, начнете про себя анализировать, и вы моментально отключитесь, мало того, что от той мысли, вы тут же уснете. Метод проверен не один раз на себе. С удовольствием с вами делюсь, и, конечно, буду очень рада, если кто-то сделает этот эксперимент и как у него это сработает. Может быть, у вас с первого раза не получится, обычно получается. Обычно получается моментально отключиться от того, что думаешь, и уснуть. Ну, жду ваши отзывы. Может быть, кому-то это прекрасно поможет и отработает этот метод. Всех вас обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки и до следующих встреч. Всем пока!